США завершили создание оружия направленной энергии. Прогресс в технологии оружия направленной энергии достиг переломного момента, заявил Спаценев, новый глава Центра перспективных технологий Lockheed Martin Нельсон Педрейра. Технология направленной энергии для систем вооружений достигла переломной точки. Сейчас у нас есть прототип лазерного оружия, который можно использовать для защиты военных баз от угроз летательных беспилотников, заявил глава исследовательской лаборатории. Педрейра отметил, что в 2017 году Lockheed Martin на базе армии США «Белые пески», расположенной в южной части штата Нью-Мексико, продемонстрировала работу 30-киловаттной лазерной системы от Хена «Advanced Test Hikh Energy Asset». Система поражала воздушные цели в полете, вызывая потерю управления и структурный сбой, добавил руководитель Центра перспективных технологий. В Lockheed Martin также работают над использованием лазерных систем для уничтожения баллистических ракет. Лазеры разрабатываются для Агентства противоракетной обороны как потенциальное противоракетное оружие для уничтожения баллистических ракет противника на взлете, сказал Педрейра. В феврале 2010 года Агентство противоракетной обороны США заявило, что провело испытания боевого лазера воздушного базирования, в ходе которых впервые были сбиты набирающие скорость баллистические ракеты. Работы по созданию аналогичных систем ведутся и в России. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.